Воронеже. Очень приятно вновь с вами пообщаться после «Голоса молодежи», передать всем огромные приветы и сказать, что, в принципе, работа немножечко начала сдвигаться. На «Голосе молодежи» появилась функция как размещение текстов из регионов. И мне кажется, скоро пойдет поток текстов, и мы начнем узнавать что-то друг о друге. Ты можешь спросить меня, зачем нужен «Голос молодежи»? Я тебе отвечу. Он нужен для того, чтобы объединить регионы в единое целое. Единый механизм, который направит аграрную политику, общую аграрную политику России в нужном направлении. Действуй. Конечно же, это дело не одного дня и даже, мне кажется, не одного года, но замечательно, что какой-то процесс начат, потому что самое сложное – это начать. Вот. А далее уже закипит, и вода, как говорится, камень точит, а у нас будет каждый текст информационное пространство расширять. Вот. И так как мы встретимся уже скоро на новом форуме, я думаю, мы обсудим как раз дальнейший план наших действий. Ну и хотелось бы сказать еще также, что информационное пространство, в принципе, необходимо расширять и в аграрном секторе, и для студентов, и для агропромышленного комплекса, чтобы люди знали, что эта сфера поднимается и вновь становится флагманом нашей страны. Подключайся к «Голосу молодежи», будь с нами. Воронеж, на связи.